Дорогие друзья, с большим удовольствием приглашаю на эту сцену группу «Транзит». Они были дипломантами на фестивале на нашем 99-м и 2000-м году. Руководитель группы Михаил Сераусов. Группа «Транзит», город Курск. Вот так вот немножко с проводами разобраться. Здравствуйте! Оранжевый микрофон. Ой, спасибо. Первая песня, которую мы споем, песня нашего друга, курского автора Владимира Аникина. Песня из цикла «Сказочные и легендарные герои». Финист, ясный сокол. В красном тереме и ночи сна, а над теремом висит луна. Серебристый свет из окон, по подушке вьется локон. Ходит дрема от стены до стены, и плывут над миром сладкие сны. Мамки, няньки спят, и даже за дверями дремлет стража. Все вокруг тем странным сном окрыло. Бьется финист, ясный сокол, стекло. Краснодевица не слышит во сне, и решетки у нее на окне, и глухие стоны птицы не тревожат сон девицы. Говори о любви, говори, может, станет и окно отворит, может, вспомнит все, что было, может, скажет «Здравствуй, милый!» Но дыхание от боли свело. Вот и бьется молча дальше стекло. Боль людская не тревожит ее, ей добавит их хмельное питье, чтобы яркий свет луны не тревожил ее сны. Подносила ей вся кольца круга, ковш узорный на четыре глотка, отшибает даже вдовам память этот вкус медовый. Все заботы ее прочь унесло. Бьется финист, ясный сокол, стекло. В лунном свете кровь блестит на окне, и девицы неспокойно во сне. Неприятные видения проникают в сновидения. Вдоль дороги верстовые столбы отмеряют тебе версты судьбы, и над всем над этим птица в небе высоко кружится. Кровь из раненой груди и крыло. Бьется финист, ясный сокол, стекло. Опускается за землю луна, эта ночь уже и спит до дна, и теперь в твое оконце проникает лучи солнца. Пробуждением не спугни тишину, только перышки прилипли к окну, будто кто стучался ночью, раздирая тело в клочья. На нее как озарение нашло. Бился финист, ясный сокол, стекло. А сейчас мы хотим спеть песню Ирины Богушевской. Естественно, приурочена она большому событию, которое в этом году произошло. 60 лет Победы. Рио, Рита.